Такая находочка, прям первый сигнальчик от машины, два шага сделал и колечко. С молитвами, думаю, на видео будет видно лучше, сам прочитать не могу, что написано. Такая находочка, ну, находка. Забираем, опа. Итак, знакомый гул советский. Вот она. Монетка. Совет. А год? Десюн. А какой годик? Дату я не вижу. 40-х годов. 49-й или 10-й, что ли. Забираем. Оп. Очередной монетосик. И отсюда вижу десюн. 10 копеек. 45-й или 46-й. 46-й, по-моему. Вот такой монетосик. Забираем. Оп. Ничего особенного. Просто шмурдяк от домашних животных. Эп. Вот такая вот находочка. Слонина. Опа. Надо слона запречь. Звенит как серебро. Потому что на серебряный. Вот какая. Тяжелая. Ой, ё-моё. Может, правда серебро. Хорошая такая. Пищала как серебрушка. И похоже. Ладно, почистим, посмотрим. Такой глубокий сигнал и находочка такая. Образок. Или ладанка, как еще называют. Можно очистить, так как не поломалось. И посмотреть. Чищу, потом буду выкладывать, наверное, фото находок. Вот такая находочка интересная. Оп. Интересная находочка. Оп. Кусочек с
старого свистка. Такие были очень давно. Морской свисток. Или, не знаю, жандармы ходили с такими. Очень похож. Вот часть его. Часть свистка. Может быть, охотничий какой-то. Вот такой вот кусок. Все, что от него осталось. Оп. Выскочила находочка. Вот она, колечко. Опа. Медное. И золотое. Нет. Медные. Вроде как медные. Золото у нас сразу, даже не серебряные. Надпись никакой не видно. Женское колечко. Оп. Сигнальчик цветной выскочила. Пуговка. А, интересно, что за пуговка. Посмотрим. Лямка с орлом. Перская. Такая вот находочка. Оп. Такое местечко красивое. А небо сейчас как даст дождик. Вот, мы тут с братом 36. Первый раз заехали посмотреть, что тут гудит монета. Что это за монета? Попала. Вот такая. Советина, походу. Ранее. 10 копеек или 15. Щитовичок. 15 копеек. Какой год-то? Ну, это 1930. Второй. Если вот так повернуть, да? Забираем.